Кадошкинский электромеханический завод выпускает продукцию, хорошо известную как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. Здесь выпускается пускорегулирующая аппаратура для люминесцентных ламп. Без нее не могут обойтись в полиграфической промышленности, на аэродромах, наконец, просто уличные фонари. Заводчане с гордостью вспоминает заказ Олимпиады 80 в Москве. Многие квартиры согревают своим светом творение этого коллектива. Но время продиктовало новые экономические отношения. Здесь благополучно избежали и остановки производства, и безработицы. Теперь оно не зависит от смежников. Все делают на месте. От замысла конструктора, изготовления оснастки до выпуска готовой продукции проходит не более месяца. Поэтому на заводе нет вынужденных отпусков, нет задержки зарплаты. Напротив, потребители задолжали предприятию более 100 миллионов. Но и это не пугает кадошкинцев.